19:35 «Вокруг света» расскажет об истории производства духов и покажет фрагмент фильма «Великие вулканы Америки». Информация о погоде в 17:05. 17:10, час пик. Новые знакомые или старые друзья? Кто из них на сей раз станет гостем студии? Когда Татьяна Акуневская сыграла свою первую роль в фильме Михаила Рома «Пышка», молодой актрисе не было и 18. Жизнь обещала новые роли, любовь зрителей, но вскоре ей довелось пережить арест и 6 лет ГУЛАГа. Программа «В поисках утраченного» в 18:05. В этот вечер всеобщему любимцу Хрюше предстоит необыкновенное путешествие в Диснейленд. Спокойной ночи, малыши, 18:45. В 19:00 информационная программа «Время» расскажет о главных событиях дня. Куба, 50-е годы. Пламя революции охватило самый прекрасный курорт мира. Секретный агент мчится в Гавану, чтобы защитить интересы американского и британского правительств. И хотя он опаздывает, в конечном итоге поездка оказывается не напрасной. 19:45. Шон Коннери в приключенческом фильме «Куба». В 21:55 приглашаем телезрителей в Белоруссию. На фестивале «Шлягер 96» прозвучат песни в исполнении Эдуарда Хиля, Виктора Вуячича и Валерия Ободзинского. И завершит телевизионный вечер программа «Пресс-экспресс». Обзор российских газет и журналов выйдет в эфир в 22:50. Такие передачи смотрите на ОРТ в среду, 5 февраля.